Сербского министра энергетики едва не убило огромной сосулькой. Все произошло во время его плановой поездки по стране. Александр Антич проверял, как идут работы по ремонту электролинии. В тот момент, когда чиновник давал интервью на улице, ему на голову вдруг рухнула увесистая льдина. Министра спасла строительная каска, которую тот надел по технике безопасности. Позже Александр Антич сообщил, что чувствует себя прекрасно и обошлось без серьезных травм. Что нельзя сказать о каске, добавил чиновник в своем микроблоге в Твиттер и прикрепил фотографию. От мощного удара каска раскололась надвое.